Матч длился более 5 месяцев и после 48 партий был прерван по решению президента ФИДЕ. По регламенту нынешнего матча состоится не более 24 партий. Победителем объявляется участник, который первым одержит 6 побед или наберет больше половины возможных очков. В случае ничейного счета 12-12 звание чемпиона мира сохраняет Анатолий Карпов. Первая партия матча состоится сегодня, 3 сентября, в концертном зале имени Чайковского. Теперь о погоде. Мы сейчас где-то в марте 85-го года, да? Да, в марте 85-го года. Мы с вами встречаемся сейчас в непростое время. Да. И тогда было тоже, кстати, непростое время. Страна тогда была... было интересное время очень. Хотя что такое интересное время, а сейчас что неинтересное? В общем, матч этот... Точнее, его завершение. Ну, вообще, сам по себе матч был, конечно, уникальным событием. Безлимитный матч. Но его завершение, конечно, стало такой вехой, потому что все-таки первый такой публичный протест советского спортсмена против решения начальства. Впервые за 5 месяцев у меня появились некоторые шансы. Некоторые. Процентов 25 или 30. И сейчас у меня их пытаются отнять. Бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это 2 недели назад. Без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается, оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжкой шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают. А мои уменьшают. Вот. А кроме того, в воздухе носились вот все эти флюиды, вот перемен. Я помню, был какой-то вечер у Миши Казакова. И у меня там был такой разговор, очень содержательный, с спокойным Натаном Эйдельманом. С историком знаменитым. Ну, он уже с высоты своего возраста, опыта. Мне говорил, что, ну, понимаете, молодой человек, там, перемены, вы там ждете чего-то на самом деле. Ну, все говорили, Черненко уже там на выходе, сейчас там Горбачев появится уже. Такие кухонные разговоры советской интеллигенции. Я говорю, нет, должны быть перемены. Это, в общем, вот такой пессимизм уже человека, прошедшего, как бы, и там, и оттепели все это, видевшего, да, все это. Никуда все это не пойдет. А у меня вот какое-то было интуитивное чувство, что... Начинается эпоха таких революционных перемен. А потом поехал в Иркутск на турнир дворцов пионеров и гроссмейстеров. Играть за команду Баку. Мой второй турнир был. Я там 3 сыграю. Первый в Баку в 81 году. Я играл как капитан. Ну, естественно, 2 до этого говорили, когда я играл как пионер. Поехал возглавлять бакинскую команду в Иркутск. Причем март месяц так вот. Как раз сразу после матча. Вот. Тоже сыграл, кстати, это был мой худший результат, был, наверное, все наоборот, 30 из 35, там, и там взял первый среди капитанов, там, в конкуренции с Артуром, кстати, 5-5 с Артуром, вот, а Баку, по-моему, там, я не знаю, как всегда были вторыми, наверное, только выиграем в 87 году, выиграем, когда там я уже набирал 32 из 35, у себя дома в Баку, наконец, выиграем, по сумме, важно было поехать сыграть где-нибудь. А потом вот, если я правильно помню, значит, наступает вопрос, значит, надо как-то готовиться дальше матчу. Ну, вроде бы матч зафиксирован, значит, в сентябре 85 года. А, кстати, там еще была, по-моему, борьба шла за присуждение Оскара. Такая очень напряженная борьба была. Вот. И все-таки дали Карпову Оскар. Ну, может быть, это и справедливо было. Наверное, да, все-таки на тот момент. Аргумент был, что все-таки в 84 году он выиграл сильно. Ну, там... Близко бы, по-моему, голосование было достаточно близким, потому что, ну, все-таки свежие впечатления, 47-48 партия, ну, дали Карпову, дали, как бы, по-моему, последний Оскар был. А вы не помните, у вас было какое-то опустошение после безлимитного матча? Нет, матч был наоборот, был наоборот, подъем, да? На самом деле. Ну, слушай, выжить после 5-0 и впереди другой матч, на самом деле, вся команда была просто вдохновлена потом. Что все-таки 6 месяцев мы жили в России, я помню. Сейчас заехал я до 1 сентября, а выписались мы оттуда, вот, из гостиницы России, 2 марта. Просто полгода прожили в гостинице России, да. Вот. Я же говорю, там целый фольклор там сложился у команды, там, которая жила там. Вот. Один из мемов там был, это покупка швейцарских сигарет.
Что это? Сигареты, которые американские, которые покупали у швейцаров. Покупка швейцарских сигарет. Курящие швейцарские. Так что... Я там много осталось воспоминаний там, как бы вот из России, вот 6 месяцев. Но все равно было ощущение такое оптимистичное очень. Ну, выжили уже, в принципе. Ну, вот сейчас вот... Сейчас еще на усилия сделаем, как бы, но уже матч выиграем. То есть, ну, 24 партии, правда, там другой характер борьбы, но ну, уже не было вот, ну, того ощущения такой неизведанности, который был перед первым матчем. Потом все-таки ну, такая депрессивная ситуация, угу. Почти весь матч. А концовка все-таки дала такую дозу вдохновения. Угу. И тем не менее, вдохновение вдохновением, оптимизм оптимизмом, надо что-то делать, готовиться, думать, как, значит, разбираться mm-hmm. с этим всем. Команда, в принципе, тоже сложилась. Показательно, кстати, что к концу матча, как бы, все, кто начал со мной работать, значит, они оставались. Mm-hmm. Интересно, что там карповская команда там мигрировала, вот, mm-hmm. А ядро уже сложилось, поэтому было ясно, что как бы, к следующему матчу мы вот работаем в том же составе. Уже... Никаких сомнений ни у кого не было. И тоже важно, что у всей команды, потом мы, конечно, поймем, там были разные внутри течения. Угу. Но, тем не менее, было общее вдохновение. Ну, да. После пятого... Такое года, прошли, да? Да, после такое прошли уже, но... Ну, не то чтобы остальное дело техники, но все равно вот это ощущение того, что оно уже близко, ну, это ощущение, оно было, мне кажется, доминирующим. Тем не менее, турниров... Там особенно не было, и вот так возникает эта идея сыграть матчи. Ну, потому что матч все-таки же короткий, как бы. И так вот, как она материализовалась, я, честно, даже не помню, как вот два эти матча с Хюбнером и с Андерсоном. Значит, ну, с Хюбнером матч, он был в Гамбурге, и это было приглашение Шпигеля. Самым знаковым там станет не столько матч, сколько интервью Шпигелю, который я тогда дал. А матч с Андерсоном материализовался в Белграде. Милука Лазаревич участвовал в этом достаточно активно. Но там все-таки интерес Югославии был огромный к этому всему. Uh-huh. И поэтому они согласились провести такой матч. Ульф вроде согласился. Опять, я не помню точно, кто и как это организовывал. Но uh-huh. вот эти два матча, они как бы подряд они материализовались. Вот. А меня еще это интриговало, потому что два человека, которые сыграли важную роль в остановке матча, Глигорич, главный судья матча, жил в Югославии, серб, uh-huh. а глава апелляционного комитета Кинцель, uh-huh. он был немец. Uh-huh. Вот я думаю, вот очень интересно там как раз там рассказать. Пообщаемся, о, да? Не столько с ними пообщаемся, сколько вот ровно в этих странах расскажем, uh-huh. Uh-huh. расскажем о роли, которую они в тот момент сыграли в прекращении матча. Ну, все-таки главный судья матча и представитель апелляционного комитета, они могли что-то сделать, но делали ровно обратное... тому, что должны были делать, mm-hmm. Просто выполняя там указания, я не знаю, компоманов или там, или советских организаторов, но по большому счету как бы, пренебрегли своими обязанностями mm-hmm. прямыми. Матч с Хюбнером, я помню, приезд свой, началось, ну, первый раз я выезжаю, как бы вот после матча, со мной был Литвинов, естественно, конечно, поехал. Должен был. Контроль. Да. Кто-то должен был рядом быть. Естественно, еще не, как бы решили никого со мной не пускать на всякий случай. Uh-huh. Как бы, да. Ну, правда, уже 85-й год, уже события как бы, ну, чуть-чуть меняются. Все-таки уже там uh-huh. прошел этот апрельский пленум, там Горбачев уже у власти. Но все равно в целом ситуация uh-huh. пока еще статичная. Помню, мы с Литвином заходим там в зал, где вот мы должны были играть с Хюбнером. Такой небольшой достаточно камерный зал. Вот. И секундант Хюбнера с Паски сидит. Борис Васильевич был секундантом. Значит. Ну, я не знаю, что он там делал. Пришел он в шортах, там, с теннисной ракеткой. Да. Вот, посмотрел на меня, значит. Ну, да, говорит, молодец, Акимыч, да. А Карпову подвели, сказал он, трусость и жадность. А почему жадность? Паша хотел 6-0 выиграть. Так развалил. Я приветствовал так. Матч хорошо сложился, но у меня уже там идей много было, и там жажда игры такая. Я не знаю, какую партию там. Ну, первая партия там, мне кажется, самый интересный момент, когда вот... Я помню, значит, там было, что у нас c4 было. А кто какими? Я играл черными. Значит, первая партия c4, значит, я пошел e5, конь c3. Да. Я пошел d6 тогда.
Мы тогда, я помню, ну, может, мы с Тимощенко смотрели, разные схемы такие здесь, вот, ну, после C4, там, значит, на коне F3, F5 мы начали, тогда смотрели, там, на G3, там, я систему G6, у нас задержка развития коня на B8, там, где-то там, может быть, C6 поставить, там, ну, в общем, какие-то, там, какой-то набор идей был, значит, ну, есть у белых ход D4, там, был популярный, значит, ЕД, ферзь, бьет D4, я ходил тогда, конь F6, да. Ну, здесь идея такая, что белый ферзя вывели, но черный не обязан сразу нападать. Можно напасть, а может быть, при каких-то вариантах можно просто играть слон Е7, там пешку на С6, это рокировка, конь Д7, такая гибридная староиндийская, ферзь немножко странно стоит здесь. Uh-huh. Вот. А он пошел здесь G3. Uh-huh. Вот. Теперь уже я нападаю, значит, вот тут ферзь D2, слон Е6. Да. Вот. Ну, белые должны конь D5 ходить. Ну, такая ситуация непростая здесь, потому что пока белые немножко в развитии отстают, но, с другой стороны, если они сейчас там буквально в слон G2, там конь H3 выйдут, то все-таки форпост здесь стоит, и может все, в общем, не очень хорошо для черных сложиться, потому что надо торопиться. Значит, конь E5, B3, вот. Значит, я пошел из конь E4. Да. Да. А вот здесь, значит, я даже не помню, что мы точно смотрели как бы здесь, но там много разных было идей, но на довольно примитивном уровне. Но здесь доску что-то, я смотрю, какие-то интересные вещи получаются. Ферзь D4 уходит, C6. Ферзь E3 я хожу C6. C6. Конь C5. Конь C5. Он ходит здесь. Слон B2, да. Вот слон B2, он развивается. Uh-huh. Вот, да. Ну, может быть, я не знаю, может быть, слон G2 стоило пойти, я уже не помню здесь. Да, но слон B2 выходит, выглядит нормально вообще, слон B2, да, значит. Ну, тут, значит, C6, конь F4. Uh-huh. И опять, вот, вроде у белых все хорошо здесь, потому что буквально, ну, осталось там ход где-то развивающийся, все остальное, ну, шо черно, странно стоит все. Ну, вот какие-то вот тактические нюансы есть. Тут за доской, тут у меня такая идея в голову, конь G4, напали на ферзя. Да. Вот, ну, ну, брать здесь вроде бессмысленно, потому что черные просто подберут здесь, и у них им все хорошо. Вот. Он ходит ферзь d4. Ну, вот здесь вот ради этого хода стоило показать партию. Здесь я сделал ход, после которого он упал со стула. Я пошел конь c5, e4. Я такой, коня в центр обратно поставить. Ну, там на самом деле позиция, по-моему, не ясна еще. Но эффект хода конь e4, он был ошеломляющий. Да. Мне кажется, там некоторое время он в себя приходил, потому что конь как-то вернулся назад. Вообще, под удар встал. Под бой. Да, ну, значит, и начинается, и сразу там, буквально там 10 ходов проходит, а черные уже начинают нападать просто. Вот это, опять, сама психологическая идея, как начинают нападать. И Хюбдер разваливается очень быстро. Значит, он, по-моему, пошел слон H3 здесь, да? Да. Слон H3, да, ход вроде бы уже проигрывающий партию, да? Да. Такое ощущение, что я побил конем. Не, да? Ферзь А5. А ферзь А5 шаг, да, ферзь А5 шаг, король F1. Да, значит, конь GF2. Конь GF2, значит, все, он пошел слон E6, да? Слон E6, слон E6, FE, конь E6, да. И здесь король D7 еще. Король D7. Король D7. Просто вот. На спокойничке. Вот так, просто король D7, так буквально тут еще там к 15-му ходу подошло все, и, в общем, белым горе. А он, если я не помню, бил здесь или нет, он... Конь H3, он ходит конь H3 здесь, да. Вот. Ну и здесь все равно, я бью на H3, значит, ну, вот я уже, уже посчитал. Ферзь E4, ладья E8, все такая динамика быстрая. Ферзь G4. Нет, конь C5 шах. А конь C5 шах, да. Ну, конь C5 шах выходит, да. Да. Да, конь C5 шах, да, как пытается немножко, если меня дать, ферзь бьет C5, ферзь G4, король C7, да, ферзь H3, слон E7. Угу. Вот, ну, все подключилось очень быстро. Слон бьет G7, да. Ладья F8 шах, ну, там дальше. Дальше сам. Дальше быстро там, быстро все заходит. А ферзь зашел там достаточно оперативно, взял, король E1, да. Ферзь F2, король D2 там, да, или король D1? Король D1. Король D1, ферзь D4, король C2, ферзь E4, ферзь E4, шаг. Вот дальше уже, куда бы ни пошел, еще слон сейчас подключится, король D1, ладья F2, да, по-моему. Король D2 он сказал. Король D2. Слон G5 шах. А, король D1 на ладье же висит. Да. Слон G5 шах, да. Король C3, ферзь E5 сдался. Ферзь E5, да. Ну, все, конец туда. Сдался. Быстренько. Да, вот. Ну, Хюбнер, это все-таки уже было такое поколение. Нет. Ну, таких уже вы как бы тогда... Нет, Хюбнер все-таки был один из ведущих гроссмейстеров западных. А. Да, но все-таки вот это поколение уже как бы сходило, да? То есть постепенно. Подожди, Хюбнер... Портиш, Хюбнер, Андерсон. Ну, Портиш старше Хюбнер все-таки, не забывай. Все-таки старше. Хюбнер... Подожди, Хюбнер, он постарше, я говорю, ну,
каких там... Он вышел, когда в 71 году первый раз выходит. Ему там, там было 20... Он где-то там года 40, 47-го, 48-го. Ну да. Ну, то есть все-таки, ему все-таки был... Не, ну все-таки... А, ну 40. Не-не-не-не. Да. Нет, он был все-таки... Портишь все-таки это там... Портишь там 35-го или 36-го. Да, да, да. Все-таки, да. Все-таки. Это другая история. Вот. А Андерсон ровесник Карпова, на самом деле. Угу. Вот. Нет, это все-таки поколение в тот момент было доминирующим еще. А Хюбнер выходил все-таки, первый раз он вышел в претенденты в 71 году, uh-huh. Вот, потом он вышел в претенденты, он дошел до финального матча в 81 году, конечно, он проиграл, а потом вышел в претенденты и проиграл, ну, как вот этот, Василию Васильевичу вот в казино. В казино, да. В казино, там, да, на красное-черное уже, да, после 7-7 счета, а, в этом в матче в Австрии. Поэтому матч был с ним, как бы, ну, трудно было найти лучший соперника его. А Ульф, ну, труднопробиваемый. Ну, мне казалось, на матче могут дать действительно какой-то опыт. Хюбнера я обыграл довольно легко. После этой партии он, угу. Он еще проиграет вторую партию. Потом борьба выровняется в целом. Он все равно будет 4,5-1,5. То есть, так, довольно, ну, показательный разгром, по большому счету. Ну, только в одной партии во мне стоял. Так, была какая-то сомнительная позиция, но в целом... Тотальная доминация была. Но главное событие там, конечно, было интервью с Дер Шпигелем. Вот я его потом как бы читал, ну, уже проходит какое-то время. Ну, если сейчас посмотришь, ну, вообще текст смешной по там. Даже не по нынешним меркам, даже по меркам там уже где-то там года 89-го, это было все, ну достаточно, скажем, я бы не сказал осторожно, но ничего такого не сверхъестественного в нем не было. Но это был 85-й год. На самом деле, тогда же события развиваются очень быстро. Там, каждый там, месяц меняет вообще, там, политический расклад. Там, становится все, жизнь становится свободнее и свободнее. А май 85-го года все-таки, несмотря на наличие Горбачева, там, сохраняется вот, система вся. А, по-прежнему там, старая гвардия контролирует все. По-прежнему Стукалин еще глава. Я не помню, когда его заменят на Яковлева. А, глава отдела пропаганда, ну, агитации. Это как раз тогда. Вот тогда. Да, ну, да. Я дату точно не помню. Но, да. Но в целом ситуация еще такая, очень, очень подвешенная. Я помню, когда интервью это уже сложилось все, и Литвинов страшно нервничал. Там, хотел, курил. Там, понимая, что вот что-то, все, будет, все, да? Что-то будет, что-то может случиться. А, ну, интервью там прогремело, там что-то больше 80 изданий перепечатало. Именно потому, что это был там прямой протест. Прямая атака на советское руководство, пусть шахматная, в тот момент, понятно, шахматная, но все равно бунт. Как это можно такое делать? Значит, это дискредитация. И потом это интервью, вот оно станет как бы основанием для потенциальной дисквалификации. Но это будет потом. А после матча в Гамбурге мы поехали в Белград. Там, конечно, интерес был гораздо больше, но все-таки шахматы, Югославия. И главный интерес опять был не столько с матчем связанный, а с, вот, с той скандальной обстановкой, которая вот вокруг, вокруг матча и то, что будет потом. Вот это все вот это, там, создавало такой дополнительный ажиотаж. Матч я достаточно легко выиграл. Ну, там буквально можно посмотреть первую партию. Потому что Ульфу вообще трудно выигрывать было. Да. Вот. Но там не даже не сколько первая, сколько третья партия была. Третья, но там да. одна из идей, как бы. Я тогда на Каталон играл, в принципе. И вот Ульф, он уже так со мной играл, вот эта его система, которую он любил, конь c6. Так он у нас был в Никшиче. Я играл на ферзя 4. И Ульф тогда вот выстраивал крепости. Он тут жертвовал ферзя вот в этой... Слон d7, ладья d1, бил на d1, бил на c6, как бы, и в общем... И делал ничего. Ну, и делал ничего, удержался, да. Я там что-то поддавливал там, но, в общем, выиграть невозможно было. Вот он снова это играет, а тут у меня новая идея родилась. То есть я пошел конь e5, слон d7, это все как бы теория была. А здесь я вот сделал новый ход конь a3. Ну, сейчас ход как бы нейтрализовали этот, но тогда было новое слово в теории. Ну, идей тогда, кстати, много было. Самых разных. Кстати, я даже у Диблу выиграл вот этим, в этом варианте вторую партию матча в Филадельфии в 96-м году. Значит, Ульф побил, в обоих партиях бил-бил. Что интересно, в первой партии он получил худшую позицию. Какой-то, как он играл? Слон?
Он здесь конь d5 сыграл. Нет, конь d5 он в третьей партии сыграл. Да. Это вообще, это как в первую сыграл? А первую, ну, в общем, первую партию он получил хуже. По-моему, он слон e7 играл. Угу. Вот, я уже не помню. Вот. Он получил хуже, но он удержался. А в третью он подготовил как бы усиление. Усиление. Конь d5, но тут оказалось совсем, совсем плохо. Значит, ферзь d4, значит, пошел конь b4. Я побил-побил и пошел ферзь c3 здесь. И выясняется, что позиция почти симметричная, но черные отстали в развитии, и вот сложно фигуру ввести в игру. То есть он на ферзь d пошел. f6 он пошел. Да, значит, больше ферзь d4, ферзь b3 белый ходит. Белые быстро развиваются, а у черных все-таки проблемы с королем f6 выходит. Ну, тут тоже достаточно легко. Слон e3, да, кажется. Да. Слон e3? Слон e3, ну, дальше как король. Слон e7? Слон e7. С рокировкой будет проблема. Да. Ладья d1, ферзь. Куда-то ферзь c7. Ферзь c7. Вот. И ферзь b3. И ферзь b3 здесь, да. И ферзь b3, и на рокировку теперь конь d6. Вот немножечко неприятно будет. Взял. Да, все, да. То есть уже проблемы. Ну, король f7 пошел, да, здесь? Он пошел, ферзь c7, ферзь b3, g5 он пошел. А, да. На король f7 слон f4 теперь. Нельзя, e5 не будет хода. То есть выясняется, что вот опять не хватает одного темпа. Все вроде бы черные успели сделать, но вот была бы рокировка и ладья d8, все нормально. А на короле f7, слон f4, и тоже конец. Ход g5 пытается как-то здесь, чтобы все-таки король f7 подготовить. Ладья c1. Ладья d8. Ладья d8. Не очень. Вот. Ну да, ну, что-то пытается делать здесь. Он на короле f7, наверное, что f4, наверное, просто. На короле f7, f4 просто, да. f4, g4, f5 просто сразу проламывается все здесь, да. Ладья d8 ходит, ну. Побил? Побил. Чем здесь? Слон d8 и ферзь b7. А, ферзь b7. Маленькая тактика. Да, сюда и как бы все кончилось. Да. Вот. Еще пятую партию я выиграю так, в длинном таком тоже скучном каталоне. Тоже получу перевес и там долго его мучить. Вот. А Ульф там никаких проблем мне белыми не создавал. Тогда у меня был как секундантом Адарьян был. Значит, это первое вообще с ним было тогда общение, да? Нет, он же был в Москве. Он приезжал в Москву как бы, вот тогда на матч. Где-то он был после, да, по-моему, после 8-й или 9-й партии. Вот тогда он начал агитировать за применение защиты Грюнфельда. Был у нас агитатор был грюнфельдовский. Ну, до этого он приезжал еще уже на подготовку к матчу. В 84-м году он приезжал, где мы в Шаки были в Азербайджане. Он тоже там был. Вот. Тоже был какой-то у него набор идей там. Я, кстати, помню, что вот он активно агитировал за применение защиты каракан с конь d7. Не со слона f5, а с конь d7. Это у них были споры с Шакаровым, что надо играть, как правильно играть. Шакаров слон f5. Да, вот на 4-м ходу. Да, вот в этой позиции. Да, значит, вот как значит, здесь, значит, конь d7. Адарьян говорит, что тут большая жизнь такая. Кстати, не знаю, что потом Карпов начнет регулярно это играть. Шакаров всегда был за слон f5. Вот. Вы там с ним как бы мы с ним поработали? Да, ну там работали. Там особо работы, конечно, не было, по большому счету. Но это будет период буквально до матч-реванша. Достаточно активно работали, обсуждали. Ну, на самом деле обсуждения носили более такой философский характер. Тогда вообще подготовка была несколько иной, отличалась от сегодняшнего. А что это значит? Нет, ну понятно, что обсуждали какие-то в целом вещи. Концептуальные. Да, концептуальные какие-то вещи. Я помню, уже матч, если забежать вперед, с Майлсом, который я играл, в 86-м году в Билли, он тоже, мы тоже были там. Мы обсуждали вот, в первой партии, значит, я помню, что там Майлс играл Бинони, такой закрытый, вот. Там, вот играл закрытый Бинони, c5, d5, e5 играл. А также мы знали, что Майлс может еще играть Волжский гамбит. И мы, значит, перед третьей партией, или перед пятой, когда там уже, перед третьей, наверное, обсуждали с Дарьяном, значит, как там в Волжском гамбите так играть. Он смотрел, Андрюш, говорит, слушай, ну d4, конь f6, пойди конь f3. Я так и пошел. Майлс оно пошел c5, d5, b5, там, ну, проиграл партию быстро. И снова были интервью, конечно, вот если возвращаясь в Белград. Ну, я не знаю, как сейчас уже с высоты своего возраста, я думаю, насколько правильно было так атаковать Глигорича. Ну, все-таки еще кипело же тогда, да? Кипело все. Ну, кроме того, по большому счету, я был прав. Все, что я сказал о Глигориче, я был прав. Но почему он себя так вел, там много существует разных на сей счет теорий, как бы. Но
учитывая, что я там был у него на 60-летии, там, в 83-м году, когда в Никшичи был турнир, куда меня позвали, когда надо было где-то играть перед матчем с карточным. Многое смотрится по-другому сейчас. Но, тем не менее, в тот момент, я уверен, что я прав, был. После матча возвращаемся мы в Москву, потом возвращаемся в Баку, и вот тут начинают сгущаться тучи. Начинаются процессы разнообразные. Ну, Литвинов нас информирует, потому что идет информация в Азербайджан о том, что вообще-то перегнули палку. Так нельзя. Самые разные разговоры. Я довольно смутно себе уже помню все вот эти нюансы, но там такие грозовые разряды. Мне трудно было поверить, что может случиться там что-то сверхъестественное, но, в принципе, чуть по-другому карта легла бы. И интервью Шпигеля было достаточно основанием для дисквалификации. Было назначено заседание Советской шахматной федерации, президиума. А президиум федерации, там разные люди состояли. Один из членов президиума федерации, человек, которого я первый раз увидел, о нем ничего не знал, был генерал-лейтенант КГБ Питавранов. Кто? Евгений Питавранов. А кто это? Хо, как интересно. А вот почитай биографию, на самом деле. Мало кто знает, но человек с очень своеобразной биографией еще начинал в сталинские времена, поднялся очень быстро, даже в какое-то время, когда там начались чистки перед смертью Сталина, даже попал в тюрьму, потом выходит. Один из ближайших, я думаю, сподвижников Андропова был. Он был начальником торгово-промышленной палаты, но на самом деле как бы все равно выполнял важнейшую роль в разного рода перетрубациях там. Я думаю, что он и Бобков были, вот генерал, еще один, тоже, по-моему, генерал-полковник был, были самыми близкими людьми Андропова, которые выполняли вот эти разные функции по инфильтрации советского общества. Ну, ты даже сейчас не знаешь, что это такое. Бобкова знает, все-таки он был начальник 5-го управления. Да. Если ты читал Булакова роман Вайнеров, «Петля и камень зеленой травы». Ну, давно. Да, вот это. Вот там есть генерал Крутовранов, на самом деле. Да? Вот, конечно, это естественно он. В принципе, считается, мы до конца не можем сказать, но, в общем, убийство Михоэлса организовывала его контора. То есть, как бы, хотя он был молодой, из молодых до ранних. Кстати, довольно дружелюбно там со мной разговаривал, потому что мне надо было к нему уже пойти там, в принципе, с ним пообщаться. Это уже будет после этого президиум. Но вообще-то, когда созвали вдруг президиум федерации, все казалось очень, очень опасно. Опасно. Меня просто вытащили в Баку со сбора, позвонили там, начальству, в самолет срочно летать, надо лететь в Москву, потому что надо присутствовать на заседании. Я уже тогда как бы чувствовал флюиды в воздухе. Когда я зашел, видно было, что все это будет так очень жестко, но понимал, что жестко будет, но ничем не кончится. Потому что все события уже произошли за кадром. А что произошло? Просто баланс сил поменялся. Потом, а в чем? Это в чем? В чем, в первую очередь, это то, что вместо Стукалина был Яковлев. Все как бы. Как мне потом сам Яковлев скажет, это был его доклад Горбачеву. И Горбачев, который был много дел, сказал, шахматист пусть решает за доской, кто выиграет. И это заканчивает историю. Святые слова. Да просто да. Это, святые вот, слова. Да, 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 да. Пусть играют, как да. бы там уже что-то. У нас тут столько событий, тут, да. там «Звездные войны», да, там рынок, какие шахматы, пусть играют. Ровно вот то, что мне рассказал Яковлев. И я подозреваю, что так оно и было, потому что там даже Алиева могло не хватить в тот момент. Все-таки как бы его позиции были не так сильны, как при Андропове. Все равно вышли на политбюро, конечно. Но это не его епархия прямая была. И там все-таки вопрос идеологический стоял. И не произойдя этой смены, не появились Яковлев там, который там начал в тот момент уже там новое мышление, там глобальные проблемы. По-разному могло сложиться. А вы уже с ним были знакомы? Нет, я не был знаком. Меня позовут туда после президиума. Да, после. На президиум я приехал, не знаю, что меня ждет, но когда зашел в комнату, повел носом, понял, что Батуринский такой, там, Кругиус, там все эти сидят там. Поругали, пожурили? Не сильно поругали, конечно, там. Там, кстати, я и Питавранова потом встречу первым. Не знаю, кто такой вообще, знаешь, люди.
президиум федерации. Там разные люди там были, о которых я ничего не знал. Но кончается это там каким-то, я не знаю, там, знаешь, выговор с занесением, что-то в этом роде. Да. Там, не рекомендовать советским спортсменам там делать. Не делайте так. Да, не, да, вот. Но, ну, слухи были вообще, что Карпов в какой-то момент там вообще прекратил сборы. Ну, я не могу это проверить, но там Никитину там, по-моему, Васюков рассказывал, что вообще сборы были прекращены, потому что где-то там в июле месяце Карпов считал, что матча уже не будет никакого. Ну, что-то не похоже на Карпова. Ну, может быть, уверен был в том, что матча не будет. Я повторяю, там, то, что мне сказал Никитин, ему сказал Васюков, сам я этого не слышал. Да, ну, Васюков. Ну, который работал у Карпова. Ну, я понимаю, да. Ну, он там может быть, мог. Может быть, да. Может быть, да. А, тем не менее, как бы вера Карпова в силу бюрократического аппарата советского, она могла его подвигнуть на это. Все это прошло, вернулись в Баку, потом собираемся, приезжаем в Москву. Всем коллективом уже. На матч или сборы? На матч уже. На матч уже. Ну, это же все в августе. В августе месяце происходит. Да, в начале августа, мне кажется, это мероприятие президиум федерации. В конце августа мы приезжаем. Матч начался, по-моему, 1 сентября. Там он начался. Да-да. Да. А вы как-то ощущали тогда, может быть, помните, что у вас статус изменился общественный? Вы стали знаменитым человеком. Вы стали каким-то символом чего-то, надежд людей. Или тогда еще этого не было? Или это произошло после первого матча? Наверное, уже есть. Вот что-то... Не знаю, на улицах узнавали, может быть. Что я болею? А имя спрашивать не будете? Не буду. Не будете, за Каспарова. За Каспарова. А почему? Вы знаете, его положение настолько безнадежно, он держится с таким удивительным мужеством и хладнокровием, что, по-моему, это заслуживает уважения. Просто если сейчас посмотреть хронику первого матча, вот я первым матчем называю матч... Безлимитный. Нет, нет. Безлимитный. А первый матч это который... Да. Ну, я живу по книге два матча. Да, понятно. Там вы там на Волгах этих подъезжали. Ну, на Волгах мы тогда подъезжали, на безлимитный матч. Ну, как-то это все прям... Кстати, машина с бакинскими номерами, вот шофер, который Коля Гараев, он пригонял машину в Москву. Это выглядит, как Ричард Гир приезжает там, и Карпов подъезжает. Все, ох, там вообще... Да, слушай, ну, Советский Союз, колонны зал Дома Союза, потом в зале Чайковского. Масштабно. Да, все-таки, да, ну... Три минуты в начале каждой партии отданы на откуп прессе. Это Дмитрий Донской, корреспондент московских новостей. Вот уже более года, начиная с прошлого матча, следит он сквозь глазок фотокамеры за играющими. Это же событие. Матч-то первенство мира. Чемпионом мира вообще там раз-два и обчелся по пальцам. Вот. А тут матчи с таким еще общественным статусом. Вот, да и шахматы. То есть интерес вот к этому матчу уже был больше, чем к безлимитному? Ну, конечно, нет. На самом деле, это же все происходит параллельно с переменами в стране. Они еще не столь как бы заметны, но на самом деле люди же ощущают, вот в воздухе носится, вот куда вектор развития общества идет. Конечно, там интерес был очень большой. Хотя все равно еще вот той свободы выражения, которая потом начнет появляться, еще нету. Я всегда буду идти там немножко впереди процесса этого. Но 85-й год, август, это август, вот, такой период еще межвремени. Никто не понимает точно, как вот оно все материализуется. Вот. Но ощущения там нового есть. А матч с Карповым, да, наверное, так можно его квалифицировать. Он был в центре такого общественного внимания, потому что понятно было, что два очень разных человека. Не только по стилю, не только там по всему, по внешнему виду, а еще... по как бы, принадлежности к каким-то вот частям общества советского. То есть все-таки Карпов это такой традиционализм был, а я олицетворял, по всему видно было, такой вектор перемен. Да. А поэтому матч, я не сомневаюсь, многие рассматривали именно как вот такой тест. Мы жили тогда в Москве, такой был профсоюзный дом недалеко от гостиницы «Спорт». Сейчас там немецкое посольство. Потом, тогда я не помню, что там было точно. Профсоюзы мне дали его, вот, Степан Николаевич Шалаев. Он помогал нам тогда, еще в первом матче у нас была помощь от профсоюзов. И вот мы там получили этот такой особняк. Он очень достаточно удобно был расположен.
недалеко как бы от центра, ехать было, получается, по Ленинскому проспекту, тогда 15, да, были. Тогда, да. А, ну, там, по-моему, еще сопровождение было, когда мы ездили. До зала Чайковского. Команда собралась. Вот, я помню, очень хорошее настроение все было. Вот, вдохновение. Ну, носилось вот в воздухе. Сейчас жарим. Вот. Кроме того, много идей было очень интересных. Вот тут и так. То есть столько интересного. Значит, я тогда, значит, уже значит, фонтанировал идеями. Вот, придумываю тогда значит, играть Немцовича с G3 системой. Чувствую, что вот будет какая-то новая динамика, и для Карпова будет это трудно. А, я думаю, кстати, Карпову не очень хорошо к матчу готов. Не очень хорошо был готов, да? Как сказать, не очень готов. Ну, часто такое бывает, он отстал от процесса. То есть вот он не понял как бы, динамики изменения всего наших отношений за доской. А я уже там делал там, шаги вперед все-таки, а он, мне кажется, все-таки был застыл, более консервативно подошел к этому. И если бы на него огромная практическая сила вообще, и не моя нервозность излишняя, то матч мог бы там раньше кончиться. Потому что в целом, конечно, игровой перевес был огромный у меня. Первая партия начинается, там как бы там D4, конь F6. Вообще, это не обязательно смотреть. E6, конь C3. Карпов, значит, во-первых, конь C3 ход. Немцовича мало кто играл. Словом, B4, я хожу конь F3. Там, Карпов ходит C5, я хожу G3. По-моему, здесь он минут на 45 задумывается. Трудно такое сейчас сегодня представить. А вот к этому не был готов. И здесь вот я правильно почувствовал, что вот динамика игры, она, ну, не его, во-первых, да, не его, новая совершенно позиция возникает. Он все-таки немножко по-другому как бы играл. А он будет весь матч мучиться из-за этого. Он потом вообще перейдет на ферзевый гамбит. Вот это такой, будет его призрак преследовать, этого Немцовича. Он будет по-разному играть. Он там будет рокировку здесь делать. То есть он будет постоянно уклоняться, потому что эти позиции, они явно вызывали у него дискомфорт. То есть вот это насильно угадали здесь. То есть в целом получилось так, что белыми я его терроризировал вот этим Немцовичем, хотя периодически переходил в другие, как говорится, позиции. Но на самом деле надо было придерживаться этого курса. Потому что там попытки играть Е4, они, в общем, ни к чему хорошему не привели. Там, партия проиграл там пятую, там в девятой была ничья. То есть Е4 ход не работал. Новоиндийская тоже не сработала. А вот Немцовича тупо били сюда, и у него была постоянная проблема. Он весь матч, он мучается. Вот он проиграет первую партию. В седьмой партии, ну, там будет борьба, но он опять пальцем не очень хорош по дебюту будет у него. Он проиграет 11-ю партию. У него будут проблемы в 13-й, и там в итоге он еще 19-ю проиграет. То есть, на самом деле, а потом я говорю, уйдет ферзевый гамбит, где тоже будут проблемы. То есть, видно было, что проблемы черного цвета, он до конца так вот, когда я играл в эту сторону, он не решил. А белыми, значит, ну, все-таки в основном играл Е4 Карпов тогда. После этого матча он перестанет играть. Но уже мне стало понятно, что играть надо, конечно, в целом Шевинген. Я еще в начале матча не до конца это понимал. Мы даже в качестве там резервные какие-то варианты были. Даже начали готовить челябинский вариант. Вот даже тогда. Заинтересовала меня эта идея. Ну, Карпов играл против Челябинского всегда. Вот, конь c3, e5, конь b5, d6, слон g5, a6, конь a3, b5, конь d5, ферзь a5, шах систему. Слон d2, ферзь d8. Все мы, судя по всему, проигрывает плохая, но тогда по тем временам как бы, значит, нам казалось, что здесь большая борьба. c4, я потом, кстати, там много партий в сеансах играл, профессиональных сеансах, эту систему. Вот, слон c4, конь e7. Вот это вот мы здесь... тогда активно изучали. Вот, да, слон Е3, ладья С8, вот я помню. Вот это. Сейчас слон Б6, по-моему, да, ферзь Д7 даже. Тут какая-то значит, позиция такая, БА получилась, ладья Б4, А7, да. Тут чуть ли мы не конь Д5, А8, ферзь, ладья С8 смотрели позицию. Вот, считаю, что, в общем, там еще там какая-то интересная игра, хотя ферзя нету здесь. Вот, но думал так... сыграть разок, все было новое тогда. Так сыграть все-таки получилось. А потом как бы вот уже стало ясно, что играть надо, конечно надо играть Шевинген. Получалось хорошо. В целом, как бы Карпов этот урок усвоил. После матча 1985 года ход Е4 из его репертуара исчезает. Кстати, он уже тогда играл D4 с большим успехом. Но у нас тоже были там идеи. Потому что я помню, например, в четвертой партии он пошел D4, я тогда... Ну, мы играли тогда. Значит, в...
в этом Фержем Гамбите. Вот, я тут... Там тоже идея моя была, «Коня 6», я помню, такую идею. Вот. Угу. Кстати, тогда очень хорошо Игорь Зайцев сказал, что, говорит, самые хорошие идеи в «Ферзевом Гамбите» были связаны с ходами. Я пошел «Коня 6», это было в четвертой партии. Я потом проиграл по дурости совершенно, хотя была позиция там, черные легко уравняли, вот, но что-то у меня там пошло наперекосяк все. Вот. А в 21-й партии, там я уже белыми играл, значит, и вот в этой системе Ботвинника, вот, слон f4, значит, c6, e3, слон f5, g4, слон e6, h4, конь d7, h5, вот это такой зажим такой, конь h6 ход. Карповский, да? Ну, его Зайцев придумал, естественно, как бы, да. Но практически опровергает систему. То есть, очень интересно, конь h6, конь h6. Зайцев сказал, это трудно представить, что там лучшие идеи в ферзевом гамбите были связаны с ходами конь h6 и конь h6. Так вот, значит, матч начинается моей победой. Я выиграл первую партию. Третью подряд, получается. Третью подряд выиграл. А четвертая, значит, ну как, вторая партия матча, да. А дебют сложился не очень шевенгенно. Оно потом начинается осложнение, и Карпов, он там был близок, наверное, большой перевес был к победе, но он упускает. Начинается осложнение, и я перехватываю инициативу. И я уже даже выпустил выигрыш в сейт-ноте просто. Я форсированно выигрывал. Но партия откладывается, вот. И у меня большой перевес. Объективно выигранная позиция. Я помню, как, ну, там, собирались команды, так, говорили, там шофера играли, там, значит, когда, там, в нарды играли, там, в какие-то там азартные игры, там, значит, и мне потом Коля рассказывал, мой шофер, что, значит, он говорит с Карповским, значит, они знают друг друга, там, столько безлимитный матч прошел, вот, и, значит, выходит, значит, как вот, ну, и как там, значит, вот, и Коля так сказал с таким видом. Ничья. Он говорит, ничья? Он говорит, да, 5-5. Что я выиграю четвертую партию подряд и станет 5-5. Была уверенность, что выиграем. Ну, уже начали нервничать, потому что, понимаешь, выиграли одну партию, сейчас выиграем вторую партию. Вообще, матч к концу близится. Просто уже, ну, выиграя вторую партию, я не исключаю, что были бы клинические последствия для Карпова, потому что, ну, шок такой. Три проиграл подряд, сейчас четвертое. И я выпустил выигрыш при доигрывании. Причем буквально мы там вот такое редко бывало. В целом доигрывание мы проводили хорошо. Вот, как, надо сказать, что я... Вы сами анализировали? Вот... Или вы спали, они анализировали? Я все время анализировал. Сам, мы все сидели. Нет, мы все вместе сидели, как бы там кто-то анализировал отдельно еще там, но я принимал самое активное участие в процессе анализа. Ну вот, я не знаю, почему-то вот не сложилось. Много возможностей было там, и так, и близко все к победе, но чуть-чуть не хватило. Вот. И Карпов спасся, и, ну, как всегда бывает, инициатива упущена была. Это трудно описать как бы точно вот в таких терминах, знаешь, момент, когда ты потерял инициативу, она перешла к... Еще даже не перешла, она начала, как говорится, у тебя тело ускользает, переходит к противнику, но вот я вспоминаю даже те события, вот очевидно, что мы выходили из зала, он на подъеме, наконец-то, этот кошмар. Представляешь, четыре партии подряд проиграть. Я, черт, вот выпустил выигрыш. Я веду в счете, следующую партию белыми играю. Он взял, по-моему, тайм-аут после второй партии. Передохнуть. Да. А третью партию я почему-то я не знаю, я решил, думаю, да, проверю. И пошел на третьем ходу не конь c3, а конь f3. Зачем пошел конь? Вот. Что-то у меня такая идея была. В третье я пойду, значит, на индийскую. Он ферзь в гамбит будет играть, Карпов. Опять как бы. А быстро ничья получается. Там какая-то у меня идея была, не сработала. В пятой я e4 сыграю. Только в седьмой вернусь, наконец, к Немцовичу. Еще раз потом опять уйду в Е4 в девятой партии. Потом, наконец, уже пойму, что надо, в общем, надо бить в одну точку. Ну, бить надо было, конечно, сразу просто, потому что... Ну, это проблема. Сейчас понятно. Ну, да. Да. Но матч длинный, 24 партии. Только вторая партия прошла. Давай попробуем здесь, а потом попробуем там. Идей много, как бы интересно все попробовать. Третья короткая ничья. А вот четвертая партия, я вот играю в эту систему, с коня 6, как бы ферзевый гамбит, легко уравниваю, что позиция черных вообще никак не хуже. А потом даю ему возможность
получить такую инициативу. Он там разноцветные слоны, но у меня слабость, ослабленный король. И он без риска может играть. Нет, ничего страшного не было, но вот постепенно боец ухудшается. И уже когда откладываем, объективно, потому что у белых просто дармовая позиция, и там при доигрывании он еще выигрывает. Тут бы передохнуть бы. Но у меня вот в пятой партии я Е4, перегибаю палку, причем опять плохо понимаю, что происходит. И там даже момент такой был, уже плохая позиция была уже. Он грамотно там очень меня принял карту, он там, значит, эту новую идею они применили. Мы играли по 40, по 46-й партии нашей, или 44-й, нет, 44-й или 46-й. Продолжение как бы дуэли то в испанской было. И причем опять, у меня много было там разных идей, я применил не лучшую, применил. Карпов там, у него, там они подготовились, то есть он сыграл гораздо лучше, чем тогда. Это, да, это была 46-я партия, да. И был шанс у меня еще буквально там момент. Я понимаю, что пояс плохая, у меня там пешки нету. Последний шанс там осложнение, и я просто его не использую. И партия кончается. Ну, она отложена была, я потом сдался без доигрывания. Представляешь, вот можно было иметь плюс 2. Стало минус 1. А стал минус 1, но это минус 2. Это минус 2, потому что ничья в пользу Карпова. Да. В пользу Карпова. А мне кажется, опять здесь происходит такой процесс. Карпов не то чтобы расслабился, но как бы все вот... Общее ощущение, ну, все вернулось на круги свои. Да, сбой был у него в конце матча, тут в начале он еще не собрался, но сейчас-то все-то. Вот. И я понимаю, что тут сейчас вот все решается, надо устоять. Значит, и вот с 6 по 10 партию, вот очень важный момент, потом Адриан скажет, что главное это не результат, а это тренд. Так вот, всегда любил такие философские обобщения. Тренд, самое главное. В 6-й партии ферзь в гамбит, Карпов такую маленькую инициативу имеет. И мне надо, в общем, решать, играть в худшую позицию или пожертвовать пешку, перейти в эндшпиль. Но я чувствую, что там будет компенсация достаточно. Удержался. В 7-й партии я давил, потом выпускаю перевес. Карпов, скорее всего, был близок к победе, но тоже упускает ее. То есть, но очень сложная игра. 8-я партия достаточно простая ничья, хотя там опять я создал все эти проблемы дополнительные в ферзевом гамбите, но при доигрывании. Ну, это уже отложена была ничейная позиция. Ну, все близко к ничьей было. 9-я партия там тоже интересно, но ничья будет при доигрывании. Снова я там как бы выпускаю. Борьба идет очень полнокровная. В отличие от того матча первого, безлимитного матча, здесь борьба в каждой партии. Вот ну, буквально там какие-то вот 8-я партия была относительно, ну тоже тем не менее, да, отложенная была партия, только там до последней пешки играют. А вот в 9-й там, я помню, отложенная позиция, вот там, кстати, я придумал идею. Я уже что-то перегнул пал в какой-то момент. Ну, можно играть... Была позиция, ну, скорее всего, там белых немного хуже было. Но я придумал там идею, там дополнительную жертву пешки. Они, кстати, ее зевнули. И там у белых возникает атака неожиданно на ровном месте. Карпов явно этого не видел. Но там находит четкое решение, чтобы закончить игру. Ничья. Но я был все равно горд, что я придумал там идею, которую они в анализе просмотрели. 10-я партия опять критическая. Шевинген. Вот я уже понимаю, что Шевинген играем и Немцович. То есть у меня в голове уже это уже отложилось, что надо играть как бы вот то, что получается. А Карпов снова выпускает перевес, а потом вот меня подводит там. Не аж 5 надо делать, а аж 6. Знаешь, вот когда вот если хочется двинуть пешку на 2 поля, надо было на одно двинуть, форточку сделать. Интересная борьба кончается ничьей. Ничьей, но... Идет сложная борьба, явно Карпов начинает дергаться, потому что развить успех не удалось. И в 11-й партии происходит там какая-то зевок века, там вот Карпов уже практически в равной позиции развивает совсем простую тактику. Вот. А вот такая позиция. Так, это у нас после примера. Да, вот такая позиция. Это перед каким ходом? Ну, ладья CD8 пошел здесь. С 11-й, да. Я напал. Ферзем нападаю на ладью. Ферзь G4, последний ход. Ну, здесь практически любой ход, наверное, там дает черным приемлемую позицию. Ладья DC7, там ладья DDR, ладья DD8. И Карпов очень быстрый ход, ладья D8 здесь. CD8. Ну, естественно, ферзь бьет D7.
Ну и дальше уже неизвестно. Шах. Так, шах. Владимир Д7. Сдался. Зевок века. Ну, там зевки будут в разных матчах. Я помню, вот такой зевок. Ну, в матчах на 5-3 зевков много. Масса еще будут зевки. Я буду зевать еще. Там тоже совсем простые вещи. То есть, ну, разные случаются в матчах на 5-3 мира. А тем не менее, зевок был. Ну, я не знаю, с чем он был связан, конечно, Карпов. Борьба идет, как бы он... Ну, зевок, с другой стороны, ничего там такого. Напряжение, на самом деле, 5 партий напряженные. Это как бы имеет вот каждая партия такая, она оставляет свой отпечаток. Это все имеет значение. А счет сравнивается. Значит, и в 12-й партии я вот здесь модификация Швенгена, я применяю тут вот свою идею. Я помню, я в самолете придумал, мы летели из Баку-Москва рейс. Я на карманных шахматах думаю, вот, интересно, вот такая идея, вот если вот играть вот это. Карманных шахматах. Да. Карманы, да. Фишер сразу вспомнился, да. Который все время... карманы, знаешь, такие в метро шахматы, сидит, да, с карманными, да. Но там, шахматами. Там, да. Не, да, там такие, они были еще втыкающиеся, ну, да, такие, да, фигурки. Да. 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 Да, нет, конь b5 Карпов играл, ага. d6, c4. Конь f6, конь c3. Но это то, что было в третьей партии нашего матча безлимитного. Mm-hmm. Тогда я играл слон e7 играл. Вот у меня идея возникла. Нельзя ли пойти здесь d5? И вот мы начинаем смотреть. Так, интересно. Ну, вроде, mm-hmm. вроде бы не проигрываем. Да. Я в 12-й партии играю d5. Был такой шок. То, mm-hmm. Все кончается быстро. То, что он как бы, было взял. Значит, конь b4, слон c4. Здесь вот ключевая идея слон g4. Mm-hmm. Сыграть была. Заставить f3 пойти, тогда, в общем, у нас слон f5, игра, да, все очень быстро выходить начинает. Слон g4, Карпов хоть слон e2 здесь, и, в общем, ситуация я поменял, ферзь e7, быстро ничья, в общем. Uh-huh. Значит, 12 партий, счет равный. Ну, я уже воодушевлен, потому что все как бы возвращается на круги своя, то есть uh-huh. я худшее уже, чувствую, что худшее прошло уже. Тем не менее, что надо выиграть партию. То есть 12 партий впереди, надо плюс один выиграть. И, Карпов тоже уже вошел в игру, но к этому моменту я уже понимаю более-менее, что я должен делать, как я должен играть дальше. Я знаю, будет Немцович, будет Сицилианская. И хотя там, с точки зрения как бы, абсолютной истины, наша дебютная подготовка была, я бы не сказал сомнительный, но не абсолютный. То есть, ну, по тем временам. Естественно, конечно, по тем временам. Ну, кроме того, это еще же общий настрой такой. 13-я партия там идет. Тоже борьба. Карпов, он опять начинает какую-то там, говорит, модификацию в Немцовиче. Хуже получает. Не хватает немножко, да, в принципе. В 14-й партии Карпов применяет, очень, кстати, интересно, вот, там много, на самом деле, идей, которые он там применял. Там это зайцевская идея была. Конь c6, конь c3, d6, Карпов пошел здесь g4. Ну, по тем временам тоже ход был такой невероятный. Ну, конь вроде на g8. Сейчас-то играют уже g4, там что-то не в этой позиции. В любой. Да. Сейчас начинают даже практически в любой g4 играют. Считается это нормально. Но тогда это было революционно. Очень интересная партия была. Там, не вдаваться, если во все детали. Очень интересно. Ничья получается. Тоже вот. Но напряженная борьба, я очень был доволен. Я по-моему, я пошел здесь. Вот то ли H6, да, H6 пошел, потом H6. Ну, в общем, там на самом деле уже я какие-то идеи, вот я помню, по там, схемам, которые мы с Адарьяном еще в 84-м году смотрели. Я довольно хорошо чувствовал эти позиции по тем временам. Многие вещи сегодня, когда я там смотрю, значит... Ну, понятно. Да. Прошло, ну, даже, жизнь прошла. Нет, жизнь прошла. Ну, на самом деле, вот сейчас понимаешь, я там смотрю на современные партии. Например, вот в Найдорфе там играют там H2, H3 белый, E6, G4. Вот. А, да. Там нас там, скажем, слон E7, G5, конь D7, слон E3 играют. Брать пешку нельзя, конь бьет E6 туда. Uh-huh. Вот. А я когда это первый раз увидел, начал смеяться, потому что это атака Керриса без темпа. Там, конь C6, там H4, например. Uh-huh. Вот. Без темпа, но... Опасно. На самом деле, реально опасно. Угу. А, то есть я тогда играл эти позиции просто минус темп и считал все нормально. Ну, да. Угу. А, многое поменялось. Вот. 14-я партия ничья. 15-я, да. 15-я я еще раз пошел. Е4 зачем-то. Русская партия на этот раз была. Вот, тоже быстрая достаточно ничья. Там маленький перевес у меня. Вот, я еще зачем-то пошел Е4. Я последний раз, как думаю. Мы в испанке что-то нам это придумали уже. Как бы. Угу. Я считал, что надо все-таки попробовать. Вот. Ну, наконец, 16-я партия. Вот. Но только начиная с 16-й партии, я уже понял, что вот наконец достигнута та
как говорится, тот сплав, что ли, своего стиля и вот того, необходимо было перенять у Карпова. И теперь я знаю, что я могу выиграть у него матч. Вот понятно, когда такое напряжение. Значит, мы уже счет 2-2, но ну, там 11-я партия, ну, такой зевок был. Но в целом там с 6-й по 15-ю партию такая маневр, знаешь, борьба и все. Угу. И вот когда напряжение такое нарастает в матче, вот что должно произойти? Причем Карпов приходит к 16-й партии, значит, вот он готов. Значит, матч закончит, да? Не, не закончит, но, в общем, все, надо выигрывать. Ну, все-таки играет, уже не 4. Так много осталось. Да, значит, да. Осталось, значит, ну, 9 партий еще, значит. Так, конь c6, значит, конь b5 Карпов входит. Угу. Мы, значит, продолжаем, значит, играть по, как бы, по схемам d5. Карпов бьет, cd, конь b4. И ходит слон e2 здесь еще. Угу. И я очень быстро играю слон c5. Угу. Когда партия кончилась, я сажусь в машину, такой вдохновленный, и Йосидорф мне говорит, ну, в общем, там есть проблемы. Ну, ход слон Е3, мы увидели люди в пресс-центре, uh-huh. слон Е3, конечно, был бы шок у меня, но, наверное, нашел бы, что там единственный шанс вообще играть это ферзь Б6 uh-huh. и играть пальцем без пешки. Ну, кстати, там, может быть, черные все-таки могут еще удержаться, вот, но все-таки пешки нету. Это могла шахматная история пойти, пойти не таким да. разрадужным способом. Дело в том, что взятие пешки – это поистине неприятность. Он спать, Карпов входит рокировку, сделал молниеносно. Автоматически. Автоматически сделал. И я сделал рокировку. А теперь уже у черных все нормально. То есть на самом деле ничего такого нету критического. Более того, как бы, мы-то автоматические рокировки делали. И вот позиция, которая дальше будет, вот это, ну, это все было мое изобретение. Вот это ровно то, что в самолете мне мысль это в голову придет. Я помню, когда они потом говорили, ну вот, все-таки можно же пешку отдавать, а зачем их брать? Мы его обойдем. Uh-huh. Мы его обкрутим. Там конь остается. Ну, слон в 3 карпа входит здесь, yeah. а хорошо, слон в 5. Uh-huh. Значит, вот. Теперь он пошел. Он просто пешку защищает. Да. Ну, слон защищает пешку, да? Можно сказать. Слон g5 он пошел здесь, да, если не ошибаюсь? Да. Слон g5, и здесь ладья e8 пока. Значит, да, значит, надо поле e4 под контроль взять. Он ходит ферзь d2, Карпов здесь. Uh-huh. Ну, смотри, вот очень, да, он так вот делает все нормальные ходы. Ну, что, черных-белых лишняя пешка. Я думаю, как бы вот в этот момент, как бы, ну, Карпов, ну, есть, конечно, компенсация, но пешка-то лишняя. Я, ну, что, пешка лишняя, защищенная. Да. А вот здесь вот, вот разница уже в восприятии, как бы. Я все-таки его опережаю, потому что пешка-пешка, а на самом деле есть динамика, которую Карпов пока не чувствует. Вот чуть-чуть. Может быть, это не опережаю, может быть, это просто разница в шахматном мышлении? А, мышление, да, но просто оно становится, ну, как вообще, чтобы выиграть матч соперничества мира, нужно сделать какой-то шаг вперед. Вот в этот момент, как бы, вот, ну, в этой партии конкретно, вот проявляется эта разница. Mm-hmm. Я уже смотрю по-другому на позиции, потому что я все-таки играю с чемпионом мира действующим, но он долгое время не будет понимать, что на самом деле позиция уже почти плохая. Вот, потому mm-hmm. что как бы, ну хорошо, одна фигура плохо стоит. На самом деле не только одна фигура стоит, на самом деле вот общая динамика позиции, она уже работает. Значит, я пошел на B5 или H6? Uh-huh. B5 я хожу здесь, да. Ладья d1, h6, да? Еще так со стороны белых смотришь? Да. Да, не, h6 или конь d3? Страшного? H6 я пошел, или конь h6, да? Конь d3. А, конь d3, конь d3, все. Конь заходит сюда. Конь заходит сюда, ну, я уже как бы потом буду формулировать, что вообще конь как бы, конь на в полях f5, f4 стоит пешки, когда король стоит здесь, uh-huh. а конь на d3, там, на d3, d6... Стоит качество, на самом деле. Uh-huh. Причем конь защищен здесь. На самом деле, это вот это понимание в разнице как качество фигур. Потому что не просто конь стоит, он же на самом деле парализует ладьи. На самом деле, вся позиция белых, она начинает... ну, она не разваливается даже, она... Наоборот, она скукоживается. Она скукоживается, да, позиция. Да, знаешь, просто вроде опять все хорошо у белых, да, но только... Куда черная фигура будет идти дальше, мне уже понятно. А вот что белые будут делать, вот, как бы, это проблема. Но опять, Карпов все равно смотрит на эту позицию, ну хорошо, отдай фигуру, сейчас уйдем на конь b1, да, ну, отошел. Вы помните эту партию? Ну, как? Сейчас конь b1. Нет, я имею в виду вот вообще вот... А, ну, конечно, на момент я даже как-то зрительно помню. Ну, вот, и для этого момента все было конь b1, да. h6, да. Значит, слон h4, вот. b4. B4, значит, ну это вот это. Но это все пока это все, я помню, мы смотрели. Конь A4, uh-huh. слон D6. Вот. На самом деле это интересно. То есть эту пешку черные вообще игнорируют. Uh-huh. Ну, она вообще никого не интересует. На самом деле все здесь зажато. Но я понимал, что вот уже все вот. Это так быстренько покидали, вот как бы я смотрел. Uh-huh. Вот это все здесь нормально, значит, он ходит
Слон G3 ходит по здесь, да? Вот. А, и вот здесь мне приходится здесь мне приходится делать ход, который, значит, ну, просто так вот. Ну, можно там, есть возможность пожертвовать качество, слон G3, конь D5, тоже неплохая. Ну, в общем, возможность у черных прилично. Я понимаю, позиция уже хорошая. Но ощущение, что должно что-то еще быть здесь. Угу. И вот, значит, и вот так рождаются ходы. Я вот смотрю на это, на доску, смотрю, вот... Что здесь? Да, ну, надо начать гонять его. Ну, нужно ресурсы подключать. А, ладья C8. Я пока ладья C8? Да. Ладья C8? Да. B3. B3 это что он? Конь B2 он хочет. Он хочет разменяться. То есть вот критическая позиция. То есть белым осталось один ход сделать. Конь B2, и тогда, в общем, как бы, ну, как только конь уйдет, ну, ход они это сделать уже не успеют. Значит, здесь я пошел уже 5. А, значит, нюанс в том, что после конь B2, значит, его просто бьем G4, слон едва ладья C2. Фигуру теряет. Значит, просто размен на B2 и G4 слон. А вот ровно хода белым будет не хватать. Сейчас придется, значит, надо что-то делать. Как бы, значит, куда-то надо, значит, Карпов бьет на D6. Да. Ферзь D6 и G3. Вроде все логично. Все логично. Все логично, да. И снова конь D7. Конь D7. И теперь проблема новая возникает, значит, в принципе. Если белый ходит конь B2. А, ферзь F6. Хожу ферзь F6. Конь взял D3, слон взял D3. Ферзь D3, конь E5. Ферзь попался. Ферзь попался. Просто вот... Прикольно. Ферзь попался. Да, есть, прикольно. Ферзь попался, да. Вот. Прикольная есть, тактика, есть, да? Да, конь B2. В центре доски такая открытая позиция, да, ферзь, да, а по линии. Да, ферзь F6. Вот, в принципе, да, тут... там, ферзь F6, по-моему, конь C4 там, по-моему, лучший ход, да, как кажется. Конь C4, ладья C4. Может быть, даже... А, даже... Да. C4, BC, конь 7, E5. Конь 7, E5, слон G2, да? Да. И что, и... А, конь B4. А слон E2 вы здесь рекомендуете? Но это еще из книги «Два матча», кстати, матча, я помню. Да, да, слон G2, конь C4 же там, да? Да, да, да. Слон G2, конь C4 просто. Да, потому что отыгрываем материалы, просто имеем большой перевес. Ну да. Вот, вот. А, тем не менее, все-таки, наверное, это было лучшее, потому что, ну, Карпов видит возможность, это конь B2, ферзь F6, и делает ход слон G2. Ну, снова вот не рисковать, увести. Я хожу ферзь F6. То есть это поле под контроль, да? Не, ну все, конь, на самом деле все отрезано. Я думаю, что вот такого у Карпова никогда не было. Потому что если посмотреть на позицию, у белых фигур ходов нет. Там прошло там сколько там, 20 ходов, да? Да, 24. 20 с чем-то ходов. 24 хода. Там реально ходов нету. Ну, он еще, по-моему, А3 пошел здесь. Да. А3, А5, АБ, АБ. Вот с ходами проблема. Значит, просто этот конь не ходит, этот конь не ходит, ферзь не ходит, ладьи не ходит. Вообще ничего не ходит просто. Знаешь, вот тут методом перебора. 52, Карпов, да. Ферзь А2 пошел Карпов, да, он пошел в ферзь поле нашел. Ферзь А2 нашел поле здесь. Надо поле какое-то ферзя появилось. Да. Вот. А, значит, и я тут пошел. Слон G6. Я играю слон G6 просто. Играю слон G6. Конь D2, ладья E2 там пойдут просто. Все, ходов просто. С ходами проблемы. Вот черные здесь, могут что угодно делать. Да, здесь уже. Да, но он D6. Наконец пришлось пешку отдавать. D6. Да. Вот. Ну, хоть как-то, чтобы какая-то хоть. Но я думаю, что с нелегким сердцем Карпов это сделал, потому что ну, ходов, других ходов нету просто. Фигуры. Как-то надо же фигуры выводить. G4? Да. Но я, брат-то, не обязан, на самом деле. Я-то еще я-то могу еще усилить позицию. G4. Вернулся. Ферзь возвращается на D2. Король G7. А куда он торопится? Спешить. Зачем он торопится здесь? Нет. Вот, но он начинает, надо открываться как-то, F3 ходит. Вот, ну, это, ну, в общем, вот, логично. Да, F3, ну, дальше я взял на D6. Теперь уже пешку забрать. FG. Ферзь D4 шахт. Король H1. И конь F6, да? А теперь как бы конь этот не выходит, потому что ферзь вот это поле закрыл. Никто никуда не выходит. Черных позиций. Все. Белый по-прежнему ходов реально не имеет. Остался конь E4. Последний угроза остался дальше. Вот. А он пошел ладья F4, что ли, здесь? Он пошел, да, ладья F4. Ладья F4. Конь E4. Конь E4 не имеет значения. Просто. Черный просто ферзь бьет D3. Да. Конь F2 шах. Ладья F2 слон взял D3. Ладья D2. Такая, ну, это
все на огонь. И я пошел ферзь Е3. Да, ферзь Е3, ладья Д3, ладья С1. Завершающая тактика. Ладья С1, да. Он пошел конь Б2 здесь. Да. Конь Б2, да. Ферзь Ф2. А ферзь Ф2 мы что хотим? А, просто. Мат, просто ладья С1, ладья один, да, мат. Самое просто, простое, ладья, да. Просто мат поставить, да. Он пошел здесь, по-моему, конь Д2, да. Ну, здесь ладья Е2 сразу матует, да, но я пошел ладья Д1, ладья Е1, мат поставил немножко дальше. Ну, да. Ты, знаешь, дернулся сразу. Вот, да, да. Хотя ладья Е2, мат следующим ходом просто ставится. Вот. Вообще защита. Да, просто. Эффект партии трудно описать. Потому что вот так вот Карпова вообще не обыгрывали. Угу. Это была моя, получается, какая победа над ним. Значит, три в том матче было, это была третья победа, шестая. Но так... Угу. Еще никогда не было. Потому что все, дебютная концепция, Миттельшпиль, вот это. Угу. Вот, то есть он был переигран. И такие партии оставляют след. Значит, она, угу, психологически, в общем, я думаю, в его сознании она будет, значит, отпечатывать. А, ну, и кроме того, я, значит, вдохновлен. Все, я вырвался вперед. Значит, впереди 8 партий. Ну, уже плюс один, то есть надо как бы не проиграть оставшиеся 8 партий. Но инициатива-то у меня. Причем видно, угу, по всему, что инициатива игровая, но все-таки 8 партий. Это на самом деле огромная дистанция. Но настроение было невероятно такое возвышенное. Да, на подъеме. Хотя там слот С5, слот Е3 уже показали. Я говорю, ну, бог с ним, будем играть Шенген дальше. Нормальный, будем Шенген играть. Все это. Ну, Карпов все равно должен будет что-то сделать. И при том, что у меня подавляющий игровой перевес, вот как бы, ну, и по всему вот уже. Угу. Но все-таки Карпов остается. Надо еще. Да, и вот последние 8 партий, как бы такая новая драма будет. Вот. Матч должен был кончиться опять. По игре должен был кончиться раньше. Угу. Но по сценарию кем-то задуман, он должен был дойти именно до 24-й партии. Угу.